шум какой-то в зале. Слышу, нас, похоже, ждали. Много зрителей сегодня? Много. Вечер новогодний будет бурным и могучим, танцевальным и певучим, но начнется он со сказки. Ведь без сказки меркнут краски. Сказка я вам врать не буду. Помогает верить в чудо. Победит любое зло. Лёха, заряжай музло. Вот он дом, он вам знаком. Нынче отдыхает в нем. Всех злодеев поразила Супер Кэрри, суперсила. Наша героиня-мать стала ёлку наряжать. Ах, какой отличный вечер! Пусть на ёлке будут свечи, мишура, шары, игрушки. Только звёздочку-макушку не надеть мне, не достать. Ну, твою же, Шедвард-мать, все котлеты в доме съел. И на скорый поезд сел, в экспедицию домочь. Мог бы тёще и помочь. И пока она возилась, все вокруг преобразилось. Слышен звук тревожных клей. Миг, и елка через пейт превратилась в друзья. Наряжаешь? Вот и зря. Новый год накрылся тазом. Все на радость нам, заразам. Дед Мороз в темнице тает. Что же делать? Кэрри знает, то не женщина, Ван Дам. Я тебе сейчас как дам. Всем спокойно. Кэрри, что ты? Упыри, моя работа. Демонюки, духи, девы. Это что еще за дело? Кажется, у них проблема. Ну ведь это Эмма. Так, один момент. Но я корреспондент. Ирбусейл. Проклятие, бесы. Не читаю желтой прессы. Ну чего желтой сразу? Я пишу не по заказу. Я работаю душой. Я смотрю душой большой. Верю, вы с такой харизмой все сразите катаклизмы. Я, в отличие от вас, не мозолю людям глаз. Тайном я ищу ключи. И все умрут! Да помолчи! Мама, что тут происходит? В это время Лин заходит. Да тут полон дом гостей. Здрасте, есть новостей. Какой милаш зеленый. Хочешь огурец соленый? Соливье остался лишний. Я упырь! Еще есть вишня. Смотрит Лин и смотрит. И магически дрожит. Только Лин его открыла, как письмо заголосило. Элф, спасите! Люди, сос! Всех целую, Дед Мороз. Время все дела бросать. Время дедушку спасать. Друг на друга не вообще, будем вместе сообща. Лин волнует. И, конечно, зритель в зал, открывается портал. И в неведомые края все летят. А как же я? Но пока готовят сцену, накатить нам не проблема? Нет! Давайте! Так, где мы, Кэрри? Слышишь? Рядом воют звери. Шум ветвей, сугробы, фуга. Скит во мраке вся круга. И сияет в черной тьме ведьмин замок на холме. Кэрри, Эмма, где же Лин? Ну опять, ну вот, ну блин. С этой дамой, как всегда, приключилась беда. Дочка, ты куда пропала? А в портале не застряла? Выручали Дед Мороза и попали под угрозу. Чует, дочка рядом где-то. В этом замке все секреты. Только Кэрри на порог, перед ней стоит перо. Страшным тон. Ном-ном-ном. И я
расправлюсь с ним мгновенно. Ха, может, лучше постепенно? Если с дому ешь спеша, расширяется душа. Что могу с тортом совладать? Надо вилку поискать. Да, мы сумочки открыли, инвентарь свой перерыли. Там нашли заколки, нитки, все магические свитки, одеяло и гитара, две бутылки с кипидара. Свечи, вантус, мухобойка, фен, расческа, терка, плойка, лестница и табурет. Ну, а вилки нет как нет. Глазам своим не веря. Наковальню! Видит Кэрри. Вилки нет, но есть копье. Можно выковать ее. Кристо, во многом спец, но не знала, что кузнец. Отодвинься, делай честь. Тут в инструкции все есть. И откуда там подсказка? Так бывает только в сказках. Кто сюда ее принес? Не иначе... Дед Мороз! Звонко молотки стучали, искры сыпались из стали, мчатся дамы через лес, пылкою на берег. Лихо битва началась, дети огонь разумилась, но на пирог не отступает. Чертоги синим оказались героини. Кэрри видит свою дочь. Лим, а ну подите прочь! Грянул гром, и все в тумане. Я теперь служу Моргане. Ай-яй-яй, какая жуть! Как легко вас обмануть! Вы поверили всерьез, что похищен Дед Мороз? Лим под чарами давно, ей служить мне суждено. Кэрри, что это за тетка? Вот противная селедка. Тише, не паниковать, нужно чары с Лим снимать. Эта дама полный псих и живее всех живых. О, мудрейшая Моргана, восхищаюсь твоим планом. Заманила ты в ловушку Кэрри и ее подружку. Будет черным небосвод, уничтожим Новый год, и они нам не помеха! Эмма, мне тут не до смеха! Кэрри, ты не вешай нос, нам поможет Дед Мороз. Дед Мороз не под замком, вместе деда позовем. Сказки лица, песни петься, вам теперь не отвертеться. На кону финальный босс. Ну-ка вместе! Дед Мороз! О-хо-хо, меня здесь тут... застрял в портале. Живы все? Почти здоровы, вмиг мы ведьмины оковы разломаем на куски, чтобы не было тоски. Ах ты гнусный старый дед, провались весь белый свет! Ну а чтоб не сеять зла, превратим ее в осла. Убивать зачем наверх? Ведьма тоже человек. Наконец пришла в себя я, и теперь я точно знаю, волшебство на свете есть. Внучка, Лин, принес я весть, расскажу один секрет, что тебе родной я дед. В общем, Кэрри, верь не верь, Лин, Снегурочка теперь. Вот такие чудеса, из-за ширмы голоса вводят сказки хороводом. Всем спасибо, с Новым годом!